Попался. Никогда в жизни такое больше будет. Попався? 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 Попався, молодой. Попався, все, ты зараза. Ну и ладно, ну и Диман, привет. Дорогие друзья, с вами снова Даня, также Юрка и Димка. Мы находимся в GTA 5, это шоу «Битва копов против воров». Здорово, здорово, ребят. Здорово. И здорово, до свидания. Так, ребята, сегодня я буду в роли копа, ребята. Вы очень давно это просили, вы очень давно об этом в комментариях писали, ребята. Поэтому сегодня я буду играть за копа вместе с кем-то. Ну и, ребята, сегодня либо Юра, либо Дима будет в роли воришки. И кто-то из них должен будет угнать две тачки в сумме за 15 минут, вот получается с трех стоянок. А мы должны будем не дать этого сделать. Ребята, все очень просто, будет прикольненько, будет интересненько, ребята, поэтому собираем 5000 лайков, выходит новенькая серия, именно где я буду играть за полицейского. Ребята, с вас лайки, с меня новенькие видосики, все очень просто, поэтому полетели готовиться. Итак, ребята, короче, мы с Диманом уже приготовились, сегодня мы будем в роли полицейских, а Юрец будет в роли воришки. И получается, у нас есть три стоянки. Диман, давай мы придумаем об обозначение, чтобы Юрец не знал, что где находится. А давай, наверное, сверху. А, там у нас еще стрижка, да? Там вроде бы есть парикмахерская. Стрижка, вода и... Давай там качалка. Вот, неплохо, давай. Пускай будет так. У нас есть три обозначения, будет прикольненько, поэтому, ребята, поехали ловить Юрца. Ну что, ребята, мы начинаем, мы поехали, мы помчимся на оленях утром ранним, да, как говорится. А, так, значит, Диман, все, что видишь, подозрительно. Оленевода. Да-да, мы два оленевода, а ты единственный пока здесь олененок. А, так, вопрос, где ты? Где ты есть? Есть какие-то, Димон, мысли? Пойду подстригусь. Да? Ну давай. Давай пойдем. Бутька тут. Подстрижемся. Так, ладно. Чуть странно. Вейпа закупил. Да? Вейпа закупил много, да. Да? Кто, ты что ли? Так, пока. Я. Пока все. Зачем тебе вейп? На месте. Так. Юрчик, а ты где? Я огурчик. Мы знаем. Как я обожаю небоскребы. Серьезно? Обожаю. Ну, поэтому ты здесь и живешь. Так. А, сел машину. Сел. Ёпта. У меня не та машина, чтобы до таких тачек угонять. Это беда. Ладно, давай, Диман, поймай его. Поймай. Я смотрю, копы так херово работали, что у них крутые тачки от обоих. Да, реально, у меня сегодня какая-то фигня, не машина. Просто че? Блин. Я не того поймал. Я поймал не того. Тихо, подожди. Слушай, в смысле байк? Это максимально угарно. Давай, газу, Дима, лови это фуфло. Дима, отлично. Я моих убил байком. Ты себя убил, да, заодно. А в смысле? Делай это упражнение 5 раз. Да, 5 раз здесь устанавливать не будет, да. Так, Диман, пора мне тачки, потому что на этом мы далеко не уедем по-любому. Езжай, его ведем преследование. Я угоняю тачку. Женщина, это полиция Лос-Сантоса. Выйди из машины, нам нужна ваша машина. Это, короче... Ты что к бабе пристал? Это, короче, куда поехал, Дима? Куда он едет? А монашка. А понял. Да ты же по асфальту растерся, фарш. А, вот вижу, какого хрена. Дима собрался, я регенерировался. Регенерировался. Короче, я Халк. Ой, это я Росомаха. Это я такой прикол видел, знаешь, типа, как это угон машины полицейским типа выглядит в Америке. Типа, полиция Майами выйти из машины. И как это происходит в России? Отдел УБГД, старший полномоченный. А, иди ты нафиг, я пешком пойду. Так, я не понял, а куда делился? Да умри ты уже. Да, а куда вы делись? Он за мной едет! Он пытается меня сбить! Где? А, все, вижу! Поймал! Все, Вега! Все, та-та-та-та-та-та! Берем оружие! Ты заколебал меня! У меня уже спина не болит, отстань от меня! Нормально, ловим! Что это было? Ловим! Так, все! Нормально же общались! Ненормально, нифига! Ты не угонишь, дядя! Все, поймал. Покрышка пролетел. -2, да? Да? Фига ты, красиво вошел, красиво заложил. Ага, хорош. Так, ладно. Минус. Давай.
Беда Димона. Я тебя Димона давить не могу. Минус. Так. Ну, 3 это уже слишком. У меня смертельный палец. А 4 это идеально. 4 это идеально получилось. Фатальный удар прямо в дырку. Ты что, еще едешь? Выходи, колеса, как он едет. Глаза выколю. Глаза выколю. Сюда, сюда подойди. Я подошел и сказал, сюда иди. Он едет в меня без колес. 177 еду, прикиньте, без колес полностью вдоль. Диман, стреляй. 185 поеду. У меня палец, подожди, я не могу стрелять. Ну все. Ой. Поджигай. Мы Димона еще полили, смотри. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Отличненько. Короче, я понял, что я взял не ту машину сразу для погони, поэтому меняем тачки, поехали дальше. Итак, ребята, прошло у нас 4 минуты, Диман, поэтому так, ты патрулируешь? Патрулируешь, Диман, все нормально там тебе? Да, я газмяс утопил. Газмяс? Газмяс, да. Мы газ. О, здорово. Ванёк, здорово. Ванёк, иди сюда, смотри, смотри. Куда? Смотри. Куда? Это я сделал. Что ты сделал? Смотри. Понимаю, нормально. Так, ну короче, пока. Прости меня, он что там в воде насрал? Нет, он просто. Да, типа того. Типа того. Так, ну. Да, понимаю. Вот. Слушай, но что? Я не знаю, пока тихо, как-то подозрительно тихо. Рокетволтик заезжал. Рокетволтик? А, это не Рокетволтик, это была какая-то другая дичь. Он забрал, да? Он забрал красную, вижу, уехал на красной тачке. А вы что, не видели, что я тоже подъехал посмотреть? Нет, не видели, нет. Почти вместе с вами. Понимаю. Почти вместе с вами. Так, давай, догоняй. Не дай ему уйти. Но Мерси на самом деле... О, полетел, я вижу. Мне кажется, или он... Попался. Никогда в жизни такое больше делать не будет. Попався. Ну, против Бугатти. Попався, молодой. Попався. Он шлифует больше, чем едет. Я пытаюсь ехать. Ой. Диман, объезжай меня. Ванёк. Да я пытаюсь ехать, Диман, Ванёк. Да он уезжает. Давай, Ванёк, догоняй. Он сейчас уедет. Ты догоняй. Куда он делся? Хорошо. Куда делся? Где он? Я видел тут жопу красную. Макака? Куда, скажи? Она была твоя в зеркале, просто. Скажи, куда? А куда поехал, я... В какую сторону? Слушай, это получилось неплохо, на самом деле. Ну, я на автомагистрали ехал. А, все, я с тобой еду, Так. Так а я, если бы знал, где он? Так, блин, реально, куда делся-то он? Да ладно, ни хера не повезло просто. Ну, мы просто застопорились там. Да. Все, не знаешь, куда ушел, да? Он ушел, все? Ну, я уже далеко уехал, я могу сказать, что было. Я выехал на магистрали, сразу уехал, короче, в сторону. А, автопил, да, короче? Да, тупо спрятал. Понимаю. Ну, неплохо получилось, на шару, но хорошо. Обидненько. Ладненько, да, получается, что это первая машина за Юрцом, которую мы типа не знаем. Да, Дима, мы же не знаем, где она находится. Ладно, хорошо. Да, он думает, что мы не знаем. Он думает, что мы не знаем, где находится тачка, да? Ладно. Окей. Знаем мы москопов. Ладно, готовимся к следующему раунду, поехали. Так, прошло почти 7 минут, но в принципе мы более-менее справлялись, потому что получается, что пока у него одна машина, да? Ну, типа он думает, что мы не знаем, где находится, да? Ну, ты понял, да? Садись, сегодня я свободен. Диман, ты понял. На службе. Ты сегодня... Я не понял. Да, вечером киноху посмотрим, там бургеры поищем, это будет чётненько. С кем он там договаривается, я не понял. Диман. А, да не слушай, это рация, это мои два дебила. Твои два дебила? Он хочет сесть на друга дебила и кино? Что? Я правильно понял? Не знаю. Я тут девчонку встретил, вы чё? Девчонку встретил? Так. Ванёк! Вижу! Не хочешь подкачаться? Здрасте! Кто заехал на парковочку? А кто такой заехал на парковочку, а? Не хочешь уехать сюда? Здрасте! Не хочешь сюда уехать? Капот подкрасьте! Да-да-да, вали отсюда, не приезжай больше сюда, понял? Он решил все-таки забрать, да, машину? Не дай ему... Он прилег, смотри. Да. Ой, что? Понял. Все, уезжаем на Субару, Угоняй сам Субару, да, угоняй. Толкай. Он решил, что брать будет не Субару, а... Понял. Понимаю. Ты в меня влетел? Понимаю, ладно. Ай, тихо. Ну, типа, как бы... У меня... Сломался. А где он делся? А где он?
Он обратно прыгнул. А, все, он пошел обратно угонять ту тачку. Он уезжает, он пытается уехать. Подожди, стой. Нормально. Полиция Лос-Сантоса, прижаться к обочине, не рыпаться лишний раз. Ой, девочка. Сейчас проверю. Ух ты, нифига я развернулся. Да. Вот она, газу. Давай. Вас на скорости. Так. Проверим сейчас на скорости меня. Давай проверим. Да, спринт-скопами. Ух ты, нихера себе! Понимаю. Хорошо, что здесь есть проезд. Он поехал обратно. Там тупик. А, да. Тупик. Кстати, въезд. Все, блокируем. Блокируем его. Опа. А, подлететь пытался, да что ли? Ну-ка, на. Все. Отдыхай, дядя, отдыхай. Все, попався. Попався. Ты попався. Да ты достала меня, херня с банками. Диман, ты че? Ну-ка. Хотел конец тачку снять? Возможно. Это было интересно, но нет. Прижаться к обочине, а ну-ка, автоугонщик. Вылези нахер, ты телепортнулся. Прижмись к обочине. Слышь, пошел в жопу. Вот правильно. Зима выбрала машину юрца, понимаю. Так, иди сюда. Ё-май. Прижмитесь к обочине, я тебе повторяю последний раз, открываю огонь на счет 5. 1, 2, 3, 4. В жопу себе постреляю, понял? Все, поехали. Время пострелять. Да. Что взорвалось? Что взрывается? Это я сделал. Молодец. Оказался юрец, я не понял. Что, а? Я его потерял. Друг, не забудь подписаться на канал, а также поставить колокольчик, чтобы не пропускать новенькие видосы. Каждый день на канале выходят 2 новых видео. Приятного просмотра. Вот я говорю, то есть, если... Да ладно. Вот кто самый лучший автогонщик в Лос-Антосе, как бы это... Это юрец по-любому, ну как бы такие он делает. Ты какого хера сделаешь? О, ту-ду-ду-ду, вот они. Почти, иди отсюда. Да-да-да-да-да-да-да, все, это они. Ну ладно. Ах ты, зараза. Ну и ладно. Диман, привет, понимаю. Не, я его потерял. Самое интересное, что я по песку еду без колес, как бы нормально, без колес, какие, в смысле, тебе пробито? Да, вы не колеса пробили. В смысле? Я не стрелял в колеса. Я не знаю ничего по этому поводу. Странно. Причину пробей. Ну, короче, все, это финишная точка юрца, короче. А примерно говори, где. Венеция. Венеция. Меня тоже все потерял, не знаю где. Короче, все, юрец, все, это ваша остановочка. Все, выходим. Если колеса пробиты уже, то забей. Все, выходи. Ну, выходи, да выходи, ну, все, выходи. Проехал мимо. Все, выходи. Все, Диман, лови его. Все, скидывай. А, вообще лопнуло. А, Диман, тихо. Бляха-муха, спасибо, помешал. Я сорян. Да-да-да-да! И куда поехал-то? Слушай, она по прямой-то разгоняет. Ух ты, нихера. Так, мне нужна магистраль срочно. Да? Ух ты, а ты как так летел-то жестко? А, нормально, все, газу. Слушай, это нормально. Так, все, поехали. Ой, Диман, извини, я по тебе стреляю. Да ты нахер на своей Бугатти. Красава, мочи его. Ай, спасибо, ты мне колеса пробил. Да, сорян. Все. Да, остановись, слышите вы. Офигеть, она неубиваемая просто. Тормозить. Потек, он потек. Поджигаем, потек. Араб. Еее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 еee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 e
угнать, точнее, пока всего одна у него, как бы, он угнал, поэтому идем дальше. Так, ну что, используем сегодня мы немножко злую тактику, Диман, ты понял, что я взял, а? Так, о, ты здорово. Понял, что я взял? На, а, здорово, кстати, прикольно, прикольно. Здорово. Хорошо полетел. А, так, ну здесь вроде как все пока тихо. Он так при... Все тихо. Жестко? Ты где-то здесь был? Он где-то был рядом, да? Нет? Да, нет, нет, да? Да, нет, не да? Я не знаю, я участвовал в приключении. А, в смысле, он забрал! Это вы красиво разъехались. Ты прям проехал по мне, ну ладно, понимаю. Видимо, это рачный хрон. Да, прям поехал по мне. Куда поехал? Где? Где? Куда? Направо вроде видел. Опять направо видел. Да? Ты че шустришь? Вправо видел. Че шустришь, а? Вправо видел. Опять? Да, опять направо видел. Ты подумал о том же, чем и я? А, его нету. Зараза! А, вон, по линии съели. Да ладно, остались, что ли? Да ладно, это так по таймингу получилось. Где, куда?
Но... Куда делся? Где он? А, вон он, налево. Направо, точнее. Налево, да, налево. Да смысле? Налево, направо, то есть, понимаю. Где? О, дерево. Это сложно, когда он едет 3 сотни, а я еду 100. Понимаю. Какие 3 сотни? Я вообще, я чилю 50 км в час, вот за вами наблюдаю. А где это? Где? Куда делся? Ну, это сложно. Это была, мне кажется, плохая тактика. Да, плохая была стратегия. Хотя бы одна машина должна была быть быстрее. О, ты взял Бугатти? Понимаю, Диман, правильно. А, он сзади. Поехали. Да так, какая Бугатти? Я специально приехал, чтобы вас троллить. Я бы Бугатти взял. Я сейчас потроллю. Там ты пес горбатый. Поехали. Я за вами ехал, чтобы угорать, камон. Так, давай. Да? Серьезно? Так, направо Бугатти. Поворачиваем. В жопу себе Бугатти засунь. Что с ней делать тебе? Все, забей, забудь, как говорится. Давай. Нет! Да ладно. Кто? А, кто нормально. Куда? Почти. По шоссе поехал. Шоссе. Я так что поймал себя на мысли, что мне нужна вторая тачка. Он съезжает с шоссе. Поехал, а значит, он сейчас... Понимаю. Он врезался. О, что так, ты меня... Что это было? Ребята, вы видели? Что было? Ты меня врезался, стоял на месте жестко. И исчез. Понимаю. А? Я просто в тебя летел, ты тупо исчез прям у меня на глазах. Куда? Вот это пинга. Куда он делся? Где он? Да я не знаю. Ну ё-моё. Ма, что он тут делает? А я сделал красиво. Ты сделал некрасиво, ты исчез. Это было очень некрасиво. Ой, спрятал тачку. Ты все, да, уже готов, типа? Я спрятал тачку. Да, я красавец. Да ну, вот это было максимально обидно, короче. Ну, я не знаю, где он просто, он исчез. Ясно, ребята, плохая была идея брать эту тачку, поэтому, это, короче, получается, ты угнал, и тебе еще есть было весело. Целая минута, ребята, поехали. Короче, Дима, ну так как Юрец забрал уже, получается, две тачки, и кот их припарковал, здесь две Бугатти стоят, как бы, понимаю. Что? Вы открыли свой завод по производству Бугатти? Кажется, да. Что это было сейчас вообще? Понимаю. Очень странно было. Максимилити. А теперь пускай он думает, где он. Он-то знает, где он. А вот. Так, а где здесь машина? Здесь первая вот эта стоит, да? Здрасте. А чё скин-то не меняем? Я не понял, а? А чё по скинам? А чё по скинам? Ой-ой-ой, что про... Что? Это как? Димон фуфил просто. Понимаю. Даже заблокировать не смог. Понимаю, ладно. Не, а это как ты поднял так? Вот, ты заказ. Все говорят, Юрка, как поднять бабла? А Юрка говорит, идите работать, не на завод. А, как и нафига? А, не выехал. Он упал, он был там, он упал вниз. Мы с тобой... Он проедет или нет? С той стороны пока проеду. Он поехал вниз. А, где он? Он застрял? Время закончилось. Время, короче, все, уже время нету. О, куда он делся? Он застрял. Где? Тебе помочь, дядь? Сейчас, на сторону, подожди. А где он застрял? Я серию на него. А, серьезно, ты здесь? А, прикол, ты застрял прям. Вообще, вообще нормально получилось. Ни назад, ни вперед, я понимаю, ясно. Короче, получается, что мы поймали сегодня три машины Юрца, но и две ты угнал, и мы не знаем, где они, поэтому... Он за следующий идет. Какое следующее? Время закончилось. Показываем. Слышь, мне кажется, у тебя коп ЛСД жил. Возможно. Показывай, да. Ну-ка. Максимально изёво. А, прямо на крыше здесь? А, две тачки. Да ну, прямо здесь. Да ну, обидненько. Блин, ну мы где-то здесь себя теряли, я помню. Блин, обидно получилось. Ну, на магистрали первый раз, да, я ушел на красный, а второй раз тоже примерно на магистрали я ушел. Я понимаю. Ребятки, получилось прикольненько, поэтому ставьте лайкусики, знакомьтесь, видосик. Ну и всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Пока, ребят.